что мы про развитие и реализацию. Потому что это совершенно невероятное чувство, когда вы едете по трассе и можете увидеть продукт вашей деятельности. Не только увидеть, потрогать его, увидеть его в журналах, на плакатах. И вы понимаете, что каждый вносит свой вклад в развитие этого дела. Теория и практика одинаковы. На практике нет. Нужно понимать, что все теоретические знания, которые вы получаете, какими бы глубокими они ни были, всегда немножко разбивается о сложности практической работы. У нас вы поймете, как работает реальный бизнес, с какими сложностями вы столкнетесь, как их преодолеть, как работать в команде, как общаться в коллективе. И каждый из вас сможет понять, каких высот он сможет достичь благодаря своему труду и знаниям. Без достижений, потому что каждый день вас будут ждать маленькие достижения и победы. Это может быть осваивание нового навыка, это может быть закрытие большого проекта или маленькая задача. Но в любом случае, каждый день вы будете приходить с чувством выполненного долга, и каждый день вы будете понимать, что вы становитесь чуть-чуть лучше и развиваетесь. Первый навык – это умение учиться. Мир сейчас очень быстро меняется, и каждый день не похож на следующий. И каждый день появляются новые навыки, без которых вы не сможете выполнять важные задачи. Второй навык – это умение применять знания на практике. Это как с английским языком. Можно в совершенстве знать язык, можно знать правила, но иметь языковой барьер, и вы не сможете разговаривать с иностранцами. И третий навык – это умение брать на себя ответственность. Я бы даже сказала, что это самый важный навык из всех, которых я перечислила. Соответственно, если вы будете уметь и желать учиться, если вы будете уметь и желать применять ваши знания на практике, и если вы не будете бояться ответственности, вы достигнете больших высот. Глобально у нашей компании задача производить и реализовывать самую качественную грузовую технику в России. Но у каждого подразделения, у каждого отдела и специалиста своя задача. Мы все выполняем наши ключевые поручения, но движемся по одному пути и к одной цели. У нас есть финансовая и нефинансовая мотивация. Финансовая мотивация – это зарплата, премия. Нефинансовая мотивация – это интересные проекты, это обучение за счет компании, это посещение выставок, в том числе международных и российских, это посещение различных предприятий, это поощрение сотрудников завода различными грамотами, в том числе не только, которые вручаются на нашем предприятии. И самое главное – то, что у нас есть возможность реального карьерного роста и развития. На нашем предприятии нет ни одного специалиста, кто сразу бы пришел на руководящую должность. У нас все вырастают из рядовых сотрудников в руководителей. Вы даже можете посмотреть видео на YouTube-канале, где слесарь рассказывает, как он стал руководителем филиала завода. Поэтому у нас бесконечный карьерный рост, постоянно открываются новые подразделения, в которые требуются новые руководители, новые сотрудники, новые лидеры. То есть, как я уже раньше сказала, человек, кто хочет учиться, работать и брать на себя ответственность, рано или поздно, скорее рано, станет руководителем. Мы приглашаем всех желающих студентов, абитуриентов посетить наше предприятие, чтобы вы своими глазами увидели, как происходит работа. Потому что многие не верят, что, условно говоря, из куска металла появляется такая техника достаточно сложная, которая перевозит и бензин, и нефть, и различные грузы, и зерно не только по России, но и за ее пределами. Соответственно, вы сможете прийти, потрогать, посмотреть, пообщаться с людьми, кто все это делает, и ваши границы немножко расширятся, то есть вы поймете, что на самом деле нет ничего невозможного, и каждый из вас может действительно вносить свой вклад и в российское производство, и даже, я бы сказала, в международное производство, и понимать, что всегда можно себя реализовать. Поэтому мы всех ждем, всех приглашаем, постараемся все показать в лучшем виде. До встречи на заводе Bonum. Мы вас ждем.